Москва, 10 мая, РИА Новости. Абсолютное большинство россиян считают, что Россию в мире уважают. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение», имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Так, на вопрос социологов, как, по вашему мнению, Россию в мире уважают или не уважают? Положительно ответили 74% опрошенных, противоположного мнения придерживаются 16%, еще 11% затруднились ответить. Исследователи также просили респондентов ответить на вопрос, боятся ли, по их мнению, России в мире. Большинство участников опроса, 82%, считают, что России боятся, иное мнение высказали 11%, еще 8% не смогли ответить. Из тех, кто определился со своей позицией по данному вопросу, 92%, 70% полагают, что-то, что России в мире боятся, это хорошо, 13% считают иначе, указывается на сайте ФОМ. Опрос ФОМНИБУС проводился 28 и 29 апреля в 53 регионах среди 1,5 тысячи респондентов.